Сотрудники Госсанэпидтехнадзора и администрации, как всегда, бдительны, и ни одно нарушение по благоустройству в городе не скрылось от их взора. По улице Ухтомского уничтожаются спиленные и упавшие от сильного ветра ветки. Работы, хотя не совсем укладываются в срок, идут полным ходом. Как всегда, ни на миг не прекращается борьба за внешний вид площади Советской. Или вы думаете, сейчас вот плюсовая такая температура, и все, в конец растает эта куча, да? Или когда сейчас вот она чуть подтает, а потом смерзнется, и вы мне расскажете про то, что ваша техника уже не берет это все. Вдоль дороги по улице Буденова, не выдержав ветровой нагрузки, попадали опоры с рекламными щитами. Благо, никто не пострадал. За исключением небольших нарушений, объезд показал, что территория города в общем и целом благоустроена. Результаты объезда показали, что в принципе территория городского округа Электрогорск содержится в надлежащем состоянии. Погодные условия благоприятствуют, снег растаял, но тем не менее есть места в городе, где снег не вывозится. Тем самым нарушается требование закона Московской области о благоустройстве. Управляющей компании будет дано предписание на вывоз снега. Выполнение предписания взято на контроль в территориальном отделе Госсанэпидтехнадзора.